Фестиваль искусств «Черешневый лес» представил мировую премьеру спектакля «Неаполь. Любовь моя» итальянского театра оперы и балета «Сан-Карло». Постановка наглядно иллюстрирует наблюдение Генриха Гейне, который утверждал, что в Италии музыка стала нацией. Когда-то Неаполь был одним из первых по величине городов Европы. Частью его славы стал театр «Сан-Карло», некогда тоже самый вместительный в мире. Им руководили Россини и Доницетти. Именно на неаполитанскую манеру тогда равнялся весь оперный мир. Сообщает наш корреспондент Лидия Вахонина. Если уж выезжать на гастроли, то всем театрам. Пример тому – театр «Сан-Карло». Из Неаполя в Москву итальянцы привезли полсотни балетных артистов, труппу оперных певцов, а также драматических актеров, хореографов, педагогов, художников по свету, звукорежиссеров, рабочих сцены. К труппе присоединилось и руководство итальянского театра. Правда, были и те, кого, собираясь в Россию, все-таки забыли. Ни много ни мало – оркестр театра «Сан-Карло». Он занят в другом спектакле, поэтому музыкальное сопровождение будет в записи. Замысел этой постановки достаточно амбициозен. Показать на сцене не просто спектакль, а жизнь целого города. Соединить фольклор и оперу, народные песни и стиль бельканто. На московской сцене выстроили сказочный Неаполь. Мечта, которую лелеяла несколько лет Симона Маркини, автор идеи и исполнительница роли музык Лио. Театральный Неаполь населили мифологическими, литературными и просто придуманными персонажами. Первые шаги по чудо-городу новоселы из Италии сделали на репетиции. С легендой итальянской хореографии оттачивали каждое движение. Я соединил этнические танцы и современные, классический балет и фламенко. Важная составляющая в этом спектакле – пантомима. Ведь Неаполь – это город, в котором главный способ общения людей – жесты и мимика. Главный герой спектакля «Неаполь. Любовь моя» Руджеро Рива Фиорита чем-то напоминает князя Гвидона из пушкинской сказки о царе Салтане. Грусть, тоска его съедает. Правда, развеять скуку помогает не царевна-лебедь, а муза-покровительница истории Клио и астролог, предлагающий радикальное средство борьбы с пороком по имени Скука. Советует герою нанять убийцу, который будет за ним охотиться. Это сделано для того, чтобы герой смог оценить каждое мгновение своей жизни. Но это ему не помогло. Он изменился только когда обнаружил, что под мантией астролога скрывается прекрасная дева, в которую он потом влюбляется. И тут начинается путешествие сквозь время. Действо переносится из одной эпохи в другую. Работая над этой феерической детективной постановкой, актеры были в восторге. У меня роль Пимпинеллы, невесты Пульчинелла. Наши персонажи представляют народный Неаполь, в крови жителей которого жизнерадостность и веселье. Для меня это возможность быть на сцене самой собой. Авторы этого действа спектакль сравнивают с мозаикой. Камни, в которые складываются в причудливые узоры, где все 8 веков жизни города у подножия Везувия. Лидия Вахонина, Владимир Полунин, служба информации телеканала «Культура».